В регионе появился эффективный инструмент для взаимодействия калмычан и чиновников. На заседании правительства Магаданской области обсудили работу Центра управления регионом. По словам губернатора Колымы, сведения, которые предоставляют в эту организацию, очень важны для решения проблем. Сотрудники центра отслеживают обращения, жалобы и оперативно передают их ведомства и городские округа. Работники организации просматривают и социальные сети – то поле, где калмычане часто высказывают свое недовольство. С начала года специалисты учреждения отработали 170 обращений. Из них 59 решили в течение суток. На 103 дали ответы, 8 находятся в работе. В основном, рассказывают эксперты, жителей региона волнуют вопросы ЖКХ, благоустройства и здравоохранения. Центр управления регионом сотрудничает с региональными и местными властями, а также с некоторыми федеральными структурами. Отчет о работе организации будут предоставлять на заседании правительства еженедельно.